Проект областного бюджета обсудили на заседании правительства. Доходы на 2024 год составят более 86,5 миллиардов рублей. Более 69 миллиардов составят налоговые и неналоговые доходы. Почти 17,5 миллиардов – безвозмездные поступления. 16 из них – из федерального бюджета. Нам предстоит одобрить проект закона Ульяновской области об областном бюджете на 2024 год. И на плановый период 2025-2026 годов. Бюджет впервые за 10 лет будет сбалансирован и обеспечен полностью сразу при его принятии всеми социальными обязательствами. Впервые за 10 лет бюджет будет практически бездефицитным. Фактически дефицит бюджета составит всего 157 миллионов рублей. Такого не было у нас уже давно. Впервые за 10 лет. Что касается доходной части, отрадно она радует, она растет по сравнению с, наверное, с оценкой 2023 года, когда мы принимали, рассматривали доходную часть, рост составляет почти 108%, и 84% доходной части, а это почти 69 миллиардов, составят собственные доходные источники. На отрасли социальной защиты направят около 14 миллиардов рублей. Эти средства полностью покрывают выплату заработной платы сотрудникам государственных учреждений социального обслуживания практически на целый год. Все меры поддержки, которые предусмотрены законами, они обеспечены деньгами и будут выплачиваться в срок. А на сегодня у нас меры социальной поддержки получают более 348 тысяч жителей Ульяновской области. Расходы на 2024 год составят 80 миллиардов 100 миллионов рублей. В 2024 году планируют достроить и открыть жилой корпус для пожилых граждан на 270 мест в селе Водорадск. Бывший профилакторий УАЗ будет функционировать как реабилитационный центр. Закончится капитальный ремонт здания на Ефремова, 36. Здесь разместят новый корпус реабилитационного центра «Подсолнух». Бюджет 2024 года предусматривает создание новых мест для детского отдыха и оздоровления. А общий объем средств составляет 35 миллионов. И мы планируем создать дополнительные места с помощью быстровозводимых конструкций в областном государственном учреждении «Лагерь юность», который расположен у нас в городе Димитровграде. Кабинет министров Ульяновской области единогласно поддержал проект областного бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Теперь документ ждет обсуждения в двух чтениях в законодательном собрании Ульяновской области. Областной бюджет на следующий год будет принят в начале декабря. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.